собирает ресайкл. А вот и изюминка Централ Парка в Нью-Йорке. Конные повозки. Лошадки красивые, кареты разные. Запах стоит, конечно, лошадиный здесь. И дядя приглашает покатать сам вместо лошадки. Люди договариваются о цене. Красота. Дядя перекусывает. Красота красивая. Сегодня много людей. Выходной день. Работы для лошадок хватает. Красивые здания и памятник. Он был на реставрации недавно, теперь его сделали и открыли. Уильям Текумсен Шерман. Вот так и отдыхают американцы погожим летним днем и выходным у себя в Нью-Йорке, в центральном своем парке. Все на травке, кто постелил, кто так приземлился. Вот, показать поближе. Вон сколько есть. И это, наверное, еще не самое большое количество, которое тут может быть. Сегодня нету солнышка. Около 20. Небо чуть-чуть затянуто тучками. Но народу это нравится. В жару тут, конечно, не посидишь. Полно разных аттракционов. Велосипеды, лошади, качели. Вон там спортивные площадки. Вот так тут люди массово отдыхают. Какой здесь отдых культурный. Спортивный и активный. Не то, что наши привыкли только по кабакам сидеть и по ресторанам. На велосипеды и вперед. Босиком даже девочка бежит. Кто на чем, кто с кем, кто с ребенком, кто с собачкой. Вот здесь на лодочках. С детками уточки рядышком. Вот такая красота. Хоть бери, сядь на лодку и плыви. Мы уже с Машей ноги стерли до колен. Находились, зашли, поели и опять пошли. Все никак не налюбуемся на вот эту красоту. Умеют люди отдыхать. Даже женщины гребут. Даже тогда, когда мужчины в лодке. Поближе. Сейчас пойдем купим мороженое и тоже где-то упадем. Бросим кости на траву. Тихо сегодня, тепло, вчера был дождь целый день, сегодня уже красота. В жару в 30 градусов мы сюда точно не пришли. Thank you.
различные музыканты. Развлекают публику. Я уже как-то показывала вам. Но не в этих разных местах, особенно тот самый парк. But we gotta have some clarity. Understanding. Do you speak English? No. Фонтан бросает денежки, люди на счастье, чтобы сюда вернуться еще раз. Мы проделаем же точно такую же операцию. У нас есть мелочь, какая-никакая, и мы бросим сюда вот так. За Машу, за Степушу, мы сюда еще раз потом пришли. Все, а мы уходим домой. Всем пока. Хорошего дня и настроения. Бай-бай.